из каталога AKI-10-5 1965 года. Портативный стереомагнитофон с головкой поперечного поля. Приводная секция оснащена двигателем с отклоняющимся действием, который обеспечивает стабильную работу даже после 1000 часов непрерывной работы. Он оснащен встроенной аккумуляторной батареей и автоматическим зарядным устройством. Возможно, четырехскоростная четырехдорожечная стерео, монозапись, воспроизведение. С помощью 5-дюймовой кассеты возможна 12-часовая запись, воспроизведение. Оснащен полностью транзисторным усилителем мощностью 4 Вт. Принят полностью кнопочный тип, используется металлический корпус. В устройстве используется динамик конусного типа размером 15 на 8 см. Отдельно продавался кожаный чехол для переноски, подвешиваемый через плечо.